Нефер эн инпу пен хена ренев. Ан инпу пен хена каев. Это что? Рен? Последуй за ним. Вселился в слугу Анубиса. Я выпущу его. Thank you.
был горделив, заносчив. Лжец в обители Анубиса! Ты мнишь себя судьей? Решать их судьбы, когда твоя порочна? Место хорошо охраняется. Твой фараон не знает покоя. Ты принес реликвию Нефертити на блюде, где лежат нечистые дары. Это оскорбительно. Поистине жалкое зрелище. Я все сделаю. Тогда очисти эти дары. Боги будут вкушать их на священной ладье. Реликвию украли у Нефертити. Нельзя приносить в храм такие дары. Как ты не понимаешь этого? Они оскорбляют Хатор. Почему? Твой напиток должен быть чист. В воде ты видишь свое лицо, но в вине ты видишь свое сердце. Я верну то, что было украдено у фараона. Тебе здесь не место. Твоя плоть нечиста, пропитана кровью и болью убитых тобой. Ты не вернешь покой Нефертити. Я должен. Что ж, тогда ступай и окунись в свечи. Тебе конец! Thank you.
Thank you.
Сделал все, что нужно. Символ ее могущества и власти, как фараона. Position, Gerech. Действовать аккуратно. Положим этому конец. Thank you.
Нефертити? Царица или богиня? Нефертити молилась Атону. Где эта вещь сейчас? Пред нами, грациозная, великая милостью, исполнена любви, избранница Атона. Ну, наследием. Я знаю тебя. Такое чувство, что нити наших жизней переплелись. Я был торговцем. И ты погиб от руки бешеного пса, старосты. Месть свершилась, и у меня кольцо твоего отца. Как попал живой в страну вечного лета? Это много значит. Спасибо. Спасибо тебе, мститель. Decision, Gareth.
не хает. Хай посешен гере. Нефертити и Эхнатона больше нет. Я сразил их в Дуате. Ты видел землю мертвых и вернулся? Нет. Это был обман разума. Я шел по полям Иалу, ощущал ветер на коже, но я не был там. И думаю, не буду. Нельзя так думать. Мне не нужно знать, как ты открыл для себя этот путь. Я помогу найти его. Атон. Эхнатон передал его потомкам. Он мог храниться в любой из их гробниц. Я слышала, скоро будут похороны Тихона. Ты нашел что-нибудь в его записях? Он был знатоком гробниц? Нет. Ирсу, что ограбил гробницу Нефертити, сказал, что есть и другие, но... Ну... В чем дело? Он погиб? Солдаты идут. Тебя не должны видеть. Здесь. Жрица, есть вопрос. Мы разыскиваем преступников, которые крадут из гробниц. И вот мы обнаруживаем, что наш главный подозреваемый мертв. Я знаю, что вы не ладили. Так скажи мне, жрица, кто убил Тихона? Тихон. Он разве не из ваших? Товарищ вашего стратега. Меня не должны здесь заметить. Нашел! Пока они скорбят, у меня будет время обыскать виллу. Люди стратега уже побывали здесь. Что они упустили? Тихон сколотил состояние на торговле с Римом. Роскошь, кто-то заплатил высокую цену. В
итоге обереги его не спасли. Стратег приказал своим людям задержать Тихона. Похоже, Тихон и Ирсу были заодно. А, что ж, поищу другой путь. Записи Тихона почему-то не тронули. А это что? Кто-то еще ищет реликвию. Так, кто же ты, Лотос? Корабль в Свинетте. Туда и отправлюсь дальше. Я должен найти песца. Ведомость подскажет, кому принадлежит корабль. Сокровище царей. Занятно. Дом заброшен. Куда он делся? О, зачем ты здесь? Я ищу песца. Как и Пол Элефантины. Но его уже сутки никто не видел. Я должен его найти. Что ж, ты ведь такой сильный и умелый. Ну, с чего мне знать, где он? Я просто плачу ему жалование. А. Постой, постой. От твоего вида просто сердце разрывается. Сходи к охотникам. Он любит необычное мясо. Понимаешь, о чем я? Нет, совсем нет. Бегемот, дурень! А может быть, он отправился в деревню за бумагой? Спасибо. Нет, тебе спасибо. А найдешь его? Скажи, что он уволен. Следы борьбы. Я волнуюсь за песца и ведомость. Песец попал в засаду. Но мне нужна ведомость. Видимо, разбойники забрали ее в свой лагерь.
стоит сразу двигаться. Корабль «Лотос». Он стоит к югу от Абу. Надеюсь, он еще здесь. Похоже, на него уже напали. Ценный груз на месте, значит, им нужны сведения, а не деньги. Осколки реликвий. Они пытали матросов. Ради чего? Много крови. Похоже, тело тащили к краю палубы. Но куда его дели? Сбросили в воду? Какая-то уловка. Здесь они пытали матросов. Ради чего? Убивать.
понимает ли... Кто забрал твоего коня? Кто-то с корабля? Да. Какой-то рыжеволосый демон. Вынырнул из воды, как выдра, украл Ганимеда и ускакал к контрабандистам. А твоя одежда? В этих местах даже окунуться невозможно, не нарвавшись на вора или проходимца. И что мне теперь, по-твоему, делать? А, помолись Себику, чтоб вернул тебе одежду. Сутех? Ха, конечно. Едва ли тут есть еще один рыжий вор. Вор? Я не вор, Баек. Да? А как же аукцион? И лошадь рыбака? Ну, если так посмотреть. Ты был на том корабле. Чей он? И почему я такой везучий? Мне что, отвечать за этих осквернителей? Да, с одним из них я в родстве, а другой мне платит. Не тяни, Сутех. А, да. Вот это была история. Я выполнял важное задание, и тут они. Команда пришла в ужас. Я? Я был спокоен, как вода в тихом пруду. Они пришли за Мерти, звали ее, но она не села на корабль. Что? Та торговка? Они обыскали весь корабль, убивали всех на своем пути. Пока не нашли капитана. Его схватили, хоть он и отбивался. Убивали матросов у него на глазах, пока он не выдал Мерти. Я выжил, другие нет. В воде крокодилы, вокруг меня солдаты. Но я все-таки сбежал. Сбросил один труп в воду, чтобы отвлечь хищников. Я вижу, ты набрался храбрости. Где Мерти? Думаю, на вилле к западу от Абу, дом синего лотоса. У красивых водопадов. Можно мне с тобой? Я готов к бою. Я найду ее. А ты... Лучше не лезь. Хорошо, хорошо. Слушай, а как стать контрабандистом? Один друг спрашивал. Умерьте гости. Лучше не привлекать внимания.
Из-за тебя тут столько солдат. В фивах ты мне солгала. Какой ты наивный. Что могла, то сказала. Если б выдала тайну, была бы уже мертва. Реликвия, ты знала о ее силе? Нет. Пока в мою лавку не явился ты, требуя вернуть долг. И все еще требую. Вот он. Мы искали, но все было тщетно. Это все лишь миф о порядке, правде и честности, начертанный на стенах гробницы. После того, что случилось, я сдалась. О чем ты? Бойня. Кто-то убил беднягу, который хотел нам помешать. Я не знаю и знать не хочу, кто это сделал. Но я извлекла из этого выгоду. И мне стыдно. Расскажи все. Когда ты пришел в Фивы, я продолжила поиски, но меня все же опередили. Ты знаешь, у кого реликвия? Для меня это тайна. Но в этой реликвии заключена сила самих богов. И скоро кто-то найдет способ полностью подчинить эту силу себе. Да защитит нас Амон. Вот итог моих поисков. Я смогла купить свиток, найденный в царском некрополе. Реликвия нужна для давно забытого ритуала, посвященного Маат. Он твой. А я покидаю этот проклятый край. Пожиратель сердец, это за мной!